Замминистра транспорта Удмуртии Александр Соловьев останется под домашним арестом еще на 2 месяца, до 7 апреля 2017 года. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. В Ижевске 2 чиновников предстали перед судом по делу Рауфа Кудузова. Членов административной комиссии Первомайского района подозревают в получении взятки. Они находятся под домашним арестом. В Удмуртии 2 школы и 7 детских садов закрыли на карантин по гриппу. Заболевание выявили во всех городах и 14 районах республики. Также более 7000 человек на прошлой неделе заболели ОРВИ. Сюжет о скандальном видео с участием инспектора ГИБДД Удмуртии показали на НТВ. Он вошел в программу «Первая передача». Напомним, инцидент произошел 4 февраля на трассе Ижевск-Воткинск. В 2016 году в Удмуртии нашли 120 без вести пропавших людей. На территории региона разыскивалось 518 потерявшихся человек. За год этот показатель уменьшился на 43 человека.